Очередная попытка властей Казахстана свести счеты со своими политическими противниками, проживающими за границей, пошла прахом. Счета экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева на Мальте разморожены. По информации австрийской газеты «Курьер», об этом опальному зятю Нурсултана Назарбаева лично сообщил генеральный прокурор Мальты. Счета Алиева были арестованы в начале июня. Основанием для этого решения стал запрос германской юридической фирмы, выполненный по заказу и за деньги казахстанских властей. В письме, отправленном властям Мальты, представители фирмы утверждали, Алиев переправил на Мальту 100 миллионов евро, которые он нажил преступным путем в Казахстане. На основании этого заявления было начато расследование. Рахат Алиев с самого начала заявил, что никаких претензий не боится, готов защищать честное происхождение своих капиталов и посоветовал спецслужбам Казахстана заниматься реальным делом, а не выполнять глупые задания Ак-Орды. Что касается этого уголовного дела, в течение 6 лет уже много таких уголовных дел возбуждались по разным сфабрикованным обвинениям. Я думаю, и данное уголовное дело будет расследовано, и цену таким вот обвинениям со стороны Назарбаева западная юстиция хорошо знает.